Собственно говоря, самосель свежемороженая, не соленая. Уксус 9%, мука, панировочные сухари, горчица, пик, сало у меня соленое, соль с осторожностью, сало соленое, черный молотый перец. Пик порежем на маленькие кусочки, мы его будем растапливать. Середку чистим и делаем филе. Включаем на холодную сковородку сало, вытапливаем филе, брызнем уксусом, помажем горчицей, чуть-чуть соли. Валяем в муке, но я посыплю. То же самое с сухарями. Переворачиваем и делаем то же самое. Соберем кварки по 2-3 минутки с каждой стороны до готовности. Ну, друзья мои, сельдь жареная по доске готова. Приятного аппетита. Скоро увидимся.